Всем привет! Вы на канале про кактусы, про кота и разная творческая ерунда. Так, ну вот у меня сегодня опять полив. Кто-то меня спрашивал в комментариях, как я поливаю свои суккуленты. Отвечаю, что я их просто составляю раз в 2 недели или раз в 3 недели в ванну. И проливаю душем, прям хорошо-хорошо теплым душем. Оставляю в ванной стечь лишнюю воду и ставлю на полочки и забываю про них надолго. Здесь у меня все растения пересажены в личузу сейчас. Вот, личуза просыхает очень быстро, но я не тороплюсь, как бы, поливать бежать, пока листики не станут мягкие. Вот. Кстати, в личузе себя растения чувствуют прекрасно. Эхиверия. Вот насчет кактусов я уже говорила, что как-то мне не нравятся кактусы, как сидят в личузе. Ну, может, потому что они еще не проснулись. А вот эшечки все пересаженные мои, снесенные головы, все укоренилось, все яркое. Вот тумбочка моя, которую пожрал трипс, начала отрастать. Долго она тоже сидела. Так, это синяя птица красула, которую я в Леруашке покупала, тоже себя нормально чувствует. Здесь у меня были срезанные, ну в основном все это было срезанные головешки. Все нормально растет. Так что вот такой мой полив. А еще я что-то обнаружила, смотрите. Мне кажется, вот это закрестатилась одна растюшка, потому что, смотрите, стволик как у крестатки и гребешок. Это так. Как всегда, самые простые названия вылетают из головы. Короче, буду следить. Возможно, у меня будет крестатная растюшка. Так, еще я занималась пересадками. Тоже вставлю видюшечку. Но больше я пересадки снимать не буду. Так как процесс этот очень интимный. Матершинный иногда. Нецензурный. Сейчас смонтирую все и покажу, чем я занималась вчера. Так, насмотревшись на Надю с канала «Зеленая жизнь», я себе приобрела вот такой наборчик для посадок и пересадок. На Валберес заказывала, кому интересно, ссылочку оставлю. Пластик очень плотный, хороший. Так, на мусор не смотрите, это от пересадочка от моих. В принципе, все хорошо. Еще заказала вот такие вот горшочки. Ну, очень уж они миленькие. Я заказала розовый цвет и бежевый. Так, если мне не изменяет память, это 200-граммовые, кажется. Так, пересаживать я буду вот эту хавортию ладьевидную, растормошила ее, она росла как-то не очень красиво. Некоторые росточки у меня будут к продаже. Ссылочку на Авито я оставлю в описании. Также вот этот садик рассажу. Эти растюшки посажу в другое кашпо. Здесь... Ну, наверное, все оставлю, только обрежу вот эти вот ветки. И посмотрю, может быть, кое-что пересажу отсюда. Вот. Так, результаты моей пересадки. Вот в такой горшочек пересадила свои красулки. Потому что они разрастаются. И сидели они у меня в горшочке семерочка. Пересаживать их будет неудобно, потому что вот эта красула очень хрупкая, ломается быстренько. Такой вот садик. И этот садик пересадила в новый домик. Здесь у меня так, эхиверия Тинбургер.
Это отчиток. Ой, так. В общем, отчиток, забыла какой. И эхиверия. Пурпузорум вайт. Но почему-то она у меня совсем не белая стала, а зазеленела. Хотя приходила, была беленькая. Ой, сейчас вот так вот сделаю. Вот. От обычной пурпузорум она отличается теперь только листиками. Они у нее более вытянутые и острые. Вот. Дала новые домики своим мини-садикам. Эта композиция мне нравится, я ее не стала растрясать по отдельным горшочкам. И эта композиция мне нравится. Вот такие вот дела. Жду еще новые растюшечки. Получала я листики. Кто не видел, что я приобрела, посмотрите предыдущее видео. Ссылочку я оставлю. Ну и на этой ноте я прощаюсь.